Слушай, а такие же флешки ты сюда вставляешь или это? Это покрупнее. Я тебе покажу. Не, я имею в виду, а по это по объему. Тут сейчас, по-моему, не помню уже. 64, по-моему, здесь. По объему примерно такие же, там принципиально скорость. Например, тут могут одновременно записываться на скорости 11 кадров в секунду несколько, сразу два кадра в разных форматах с высоким разрешением, с высоким качеством. Есть как бы такой формат RAW, это, скажем так, что-то вроде HDR, только гораздо более совершенное, которое у тебя, ты расширяешь динамический диапазон в очень широких пределах. Скажем так, оно своих денег стоит? Да, даже более чем. Плохая заставка на фон. Плохая картинка на фон.